В свой день рождения телерадиокомпания «Губерния» запустила радиовещание в Самаре. Теперь и в областной столице можно будет услышать обо всем самом интересном и важном в FM-диапазоне. Символичный старт проекту дал губернатор Николай Меркушкин. На юбилейном вечере он также вручил профессиональные награды нашим коллегам. За 5 лет вещания мы перешли на цифру, стали снимать в формате Full HD и, наконец, вышли в радиоэфир. О губернии изнутри, кто делает наше утро добрым, откуда берутся новости и о том, что остается за кадром. Сегодня расскажем немного более, чем обычно. Логическое продолжение масштабного проекта под названием «Губерния. Самарское губернское радио». Теперь в областной столице. Больше прямого эфира, живого общения, актуальной информации в FM-диапазоне на частоте 92,5 FM в Самаре. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Николай Иванович. Прямо сейчас мы находимся в прямом эфире с нашей, я уже думаю, многочисленной армией радиослушателей, которые с нетерпением ждали момента официального запуска. Поэтому сразу же передаю вам слово. Радиослушателям нашим активнее приобщаться к этому каналу. Этот канал будет наш, местный тоже, самарский. Тут затрагиваться будут проблемы наши. И проблемы, и, может быть, судьбы людей, и многое-многое другое. Опытные коллеги, чьи лица знакомы зрителям, наставники для молодых. Губерния сегодня – сборная самарского телевидения. Наши коллеги получают заслуженные награды. За труд во благо земли самарской награждается Татьяна Ивановна Прокопаевичина, главный редактор телерадиокомпании «Губерния». К этой награде имеет непосредственное отношение весь наш бравый, задорный, деловой, профессиональный коллектив. Мы приложим все свои силы, профессионализм, умения, чтобы Самарская область вернула все свои утраченные позиции и как можно скорее стала опорным краем нашей державы. Так начинается каждое утро губернии. Блеск на вашу. Илья заходит в кадр. Да. 24 часа, 7 дней в неделю. Успеть поймать самые ценные кадры. Я снимаю то, что я вижу. А вижу я жизнь. Я не просто сажусь за руль и еду из точки А в точку Б. Все мое движение часто очень быстрое, дополнено смыслом. Я чувствую себя частью большого отлаженного механизма двигателя, если хотите. Этот двигатель собрали 5 лет назад. До появления Самарского губернского телевидения периферийные районы области жили в каком-то отдельном информационном поле. Сейчас для наших корреспондентов и технических возможностей нет больших расстояний. Десятки автомобилей, передвижная телестанция. В считанные минуты губерния готова развернуть съемочный процесс в любой точке. А с недавних пор и возможность посмотреть на все самое интересное с высоты птичьего полета. Коммунальные проблемы, краеведение, медицина, образование, увлечение, культура – все о главных событиях региона. Говорим, спорим и находим ответы на самые важные вопросы. Мы готовы. Все в нетерпении, как говорится. Пишем. Работаем. Десятки профессионалов остаются за кадром. Операторы, монтажеры, техническая служба. Без них нельзя представить современное мобильное телевидение. Ну все, съемки здесь, на флешке. От кассет мы давно отказались, потому что пленка менее надежна, чем карта, а карта почти никогда не подводит. Но, если что, помогут наши инженеры. Кажется, для них нет неразрешимых проблем. И вот в день своего 5-летия все готово для выполнения масштабной задачи. Возможности позволяют покрывать сигналом всю область. Это одна из радиотрансляционных вышек. Отсюда сигнал идет на радиус 70 километров. Теперь даже в отдаленных селах обо всем узнают первыми. Программа интересная. Вот пускай он все это, он поподробнее все расскажет, так интересно просто. Это, ну, понятно все. В тех, скажем, положительных вещах, которые с вашей помощью мы добились, мы имеем миллиарды эффекта. Эффект только чисто в экономии имеем, не говоря уже о том, что ряд объектов стали делаться намного лучше. Уже не надо, может быть, через весной этот асфальт снова перекладывать. Мы будем рассчитывать на вас, что вы
работаете на созидание, то есть работаете на те вещи, там, на умы людей, ориентируете людей на конкретный результат, на ответственность, на гражданскую соответствующую позицию. Были те, кто не верил, что канал появится, состоится, что он станет успешным и интересным. Но сегодня телеканал «Губерния» — это современная, технически оснащенная организация. Это 60 программ собственного производства. Это впервые в истории самарского телевидения. Телевидение, радио, онлайн-вещание, социальные медиа – все это под одним брендом. Нам есть о чем рассказать и показать. Губерния – это мы. Губерния – это для всех. Нина Ванина, Сергей Дрожевкин и весь коллектив телерадиокомпании «Губерния».